Это для тех видео, кто говорит, что надо ставить, говорит, электропастух для лошадей. Между лошадьми расстояние, между косяками, блин, километр полтора-два. Прошли они сегодня около, блин, не знаю, один Всевышний знает, один Аллах знает, километр 13-15, Аллах валю. Как говорит казахи, говорит, жилка аяхтымал. Лошадь — это скотина на ногах, которая постоянно двигается, постоянно. Есть, конечно, исключения, которые... где оставил, там нашел, как говорится. Но в основном случае они шарахаются страшно.